В зоопарк. Шефство ты хочешь? Да, шефство. Ну, естественно, он возьмет шефство, мама будет кормить и поить эту змею. Да, слушай, у меня есть деньги! Да, но, между прочим, да, ребенок честный, ему подарили на день рождения некоторую сумму денег, и он готов реально ее потратить на это животное, поэтому... Я ради своей змеи готов на все. Змею под...